Девчонки, это восторг в чистом его виде. Божечки мои, насколько они удобные. Посмотрите на эти красотули. Выполнены данные сандалии из натуральных материалов. Натуральная кожа сверху, внутри. Кожа здесь прям такая, она достаточно плотная. Девчонки, здесь стелька. Это просто нет слов. Я не знаю, камера передаст или нет. И посмотрите, какая она мягкая, как она пружинит. Божечки мои, здесь в стельке, наверное, целый матрас прошит. Просто я не могу вам передать. Вот у тебя нога стоит, она там как на батуте просто. Она там что исполняет, я вам передать не могу. Боже, это она, это чудо чудное, диво дивное. Получили их в трех цветах. Вот такой красивый синий цвет глубокий, красивый рыжий цвет, ну и, естественно, черная база классика. Далее. Сами по себе они легкие, подошва гнется, и, обращаю ваше внимание, целиком и полностью они прошитые. Что мне еще в них нравится, так это то, что они садятся на любую ногу. У меня нога худая, бесподъемная. Смотрите, у них все вот это, вся вот эта часть, она рабочая, то есть на любую полноту, на худую, на широкую. В них прям можно залезть, все, отрегулировать все по своей ножке и идти бежать по своим делам. Потрясающее удобство. Но единственное, обращаю ваше внимание, у меня свой размер 39, на мне сейчас 40. Смотрим, вот у меня, видите, пятка, да, вот она у меня прям на грани, и вот у меня палец, то есть здесь вот первый палец, на второй, на третий не смотрим, первый палец. Вот они у меня прям хорошо сели по размеру, поэтому вот эти сандалии, они чуть-чуть маломерки все-таки, потому что мне на 39 сел 40 хорошо. С брюками они смотрятся вот так, с платьем или с сарафаном будут смотреться вот так. Девчонки, реально, это мега комфорт. Стоимость у них 5800, размерная сетка с 36 по 40. Но уже, как сказала, они чуть-чуть маломерят, а так они очень мягкие. Подошва классная, цветовые гаммы все очень интересные, дорого, очень красиво смотрятся. Они реально подо все супер-супер комфортные, прям от души говорю.